Вы знаете, три вещи могу делать бесконечно. Смотреть на воду, на огонь и слушать выступление Арсения Петровича Яценюка. Мне очень нравится слушать то, что он обещал, потом переслушивать то, что он сделал, потом слушать, что он опять обещает, ну и со временем опять слушать то, что он сделал. Мои соотечественники обладают очень слабой памятью, и это одна из их основных проблем. Ну, вторая проблема, там, книг мало читают, допустим, там, не хотят о чем-то задумываться. Но первая проблема, и основная, я думаю, это память. Память, пробитая наглухо. Это повторял много раз, и я сейчас опять могу подтвердить очередным видео, а не последним. Мне очень нравится разбирать обещания украинских политиков и, в общем-то, следить за тем, как они исполняют эти обещания. Итак, Арсений Петрович Яценюк рассказывает о плохом правительстве Азарова. Це через рік, після того, коли пройде весь бюджетний рік, вам додадуть ще 69 гривень. Мені хотілося б задати запитання прем'єр-міністру, колишньому прем'єр-міністру Азарову. А він би не хотів жити на мінімальну пенсію, на мінімальну зарплату. Як би він прожив цей 2013 рік? Людям нравится. Вообще, популизм Яценюка – это просто, это 80-й уровень. Он спрашивает у Азарова, а не хочешь ли ты прожить на минимальную пенсию, на минимальную зарплату? Зал неистово аплодирует. Азаров в свое время эти минимальные пенсии и заработные платы поднимал. А что сделал Яценюк? Через несколько месяцев. Уряд повинен би був поступити так, як поступили у Греції і Італії. А саме, зменшити розміри мінімальної заробітної платні і зменшити розміри прожиткового мінімуму. Это как в том анекдоте, а мог бы и шашкой. Яценюку надо объяснить, почему он оставляет на одном уровне вот эти вот нищенские минимальную пенсию и минимальную заработную плату, при том, что доллар вырос в два раза. И он объясняет, он говорит, мы вместо того, чтобы их понизить, оставляем их на уровне. Спасибо, Арсений Петрович. Але ми усвідомлюємо, що цей розмір настільки малий, що зменшення цих розмірів в поточній ситуації, як би ми цього не хотіли, є неприпустимим. Проте, ми офіційно заявляємо, що протягом 2014 року мінімальні прожиткові стандарти, це мінімальна заробітна платня і прожитковий мінімум, не буде змінюватись, ми його не будемо ні опускати, ні піднімати. Круто викрутився, ми не опускаємо, ну и не поднимаем. А еще ведь несколько месяцев назад пел совсем другое. Чи наши вчителі будуть думати про те, щоб діти були освічені, щоб займатися навчальним процесом, при тому, що заробітної платні вистачає рівно на перших 10 днів після виплати цієї заробітної платні? Чому прем'єр про це не розказав? По всей видимости, сейчас они думают как раз о том, чтобы дети были ученые и тому подобное. Потому что если посмотреть за долларом, то им хватает теперь на 3 дня. Да? Ну или на 2,5 после выплаты заработной платы. А оце цифра, яку кожен з нас, кожен, я підкреслюю, буде винен у 2013 році. 13 112 гривень. Ваш особистий борг, ваш, нічий не інший, не Азарова, у нього все добре. У них не борги, у них тільки доходи. Ваш особистий борг зріс до 13 118 гривень. Видите, какая страшная цифра? 13 тысяч гривен на каждого украинца. Арсений Петрович просто разорвал, растоптал эту цифру и сделал на каждого украинца 56 тысяч гривен долгов. А с учетом того, что мы долги продолжаем брать, и Кабмин гордится тем, что мы берем долги, эта цифра будет расти. И вырастет в итоге до какой-нибудь астрономической. Может, миллион на каждого. А что, гулять так гулять. Ну и последний сюжетец этой серии. Слушайте, про колеса Азарова. В цьому бюджеті ще є дуже багато також речей. Наприклад, на закупівлю колеса для Мерседеса Миколи Яновича. Він, до речі, цим Мерседесом приїхав. Українська правда опублікувала, за скільки купили одно колесо автомобіля для машини Миколи Яновича Азарова.
26 тисяч гривень. Подешевіли зараз колеса. Я не знаю, чи мають вони після цього взагалі право виходити і розповідати про те, який бюджет, яка країна, яких покращень вони добилися. Ми оперуємо тільки цифрами і фактами. Какое совпадение, мы тоже оперируем только цифрами и фактами. Арсений Петрович рассказал о том, что Азаров купил на свой Мерседес колеса по 26 тысяч гривен. После этого он не имеет права выходить и рассказывать про бюджет, про страну. А сам Арсений Петрович через несколько месяцев купил на тот же Мерседес, только он уже на нем ездит, колеса по 42 тысячи гривен. Арсений Петрович купил недавно себе зимнюю резину на свой Мерседес, который был раньше у Азарова, а теперь у него. За одно колесо 42 тысячи гривен. Арсений Петрович нашел свою страну. Вот этой стране нужен этот премьер. Сегодня он говорит А, а завтра он говорит Б. Я А не говорил. Или даже не вспоминает, потому что никто ему не вспоминает. Потому что памяти нет. Память пробитая, девичья. Вечная любовь. Вы спросите, а что ты поешь? А я скажу, да потому что весело и ржачно, и петь хочу.